Мы продолжаем знакомить вас с интересными людьми, интересными компаниями. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Олег Неверов. Я представляю корейскую компанию 3C Corporation. У компании есть юридическое лицо российское, в компании Food Service. Ну, вообще компания на рынке существует уже более 20 лет. Поставляем продукцию на рынок России напрямую из Кореи, с первых рук. То есть вот наши известные продукты – это сухие сливки Фрима, уже известные российскому покупателю и в том числе в ритейле знакомые. Ну, к сожалению, пока центральная Россия не так сильно знакома, ну, допустим, Дальний Восток, Сибирь, продукт очень хорошо известен. Но сейчас мы продвигаемся, получается, вот тоже на центральную часть России. Вот. Расскажите, я так понимаю, что это ваша компания начала и новые линейки поставлять к нам в Россию. Давайте о них чуть подробнее. Да. Среди новых продуктов, значит, в нашей линейке это вот морская капуста ким. Ну, есть аналог на японский манер, все говорят нори, ну, в Корее говорят ким. Значит, она представлена фасовка 5 грамм, это как в виде снека, а также есть в листах больших для суши и роллов. То есть также можно употреблять как просто закуска и снэк в том числе. Вот. Есть, значит, снэки, чипсы. Вот я держу в руках ну, всего две штучки, ну, так чисто для понимания. Это, значит, продукция торговой марки «Космос». Вот. Это, в принципе, новинка на рынке России. Вижу, что разные вкусы, есть и острые, и неострые, и наши зрители не видят, но мы выбирали, что можно взять в руки, потому что большой ассортимент. И есть ли у вас стенд на нашей выставке, чтобы люди могли познакомиться с ассортиментом более близко? Да, стенд у нас есть, и мы находимся на островке компании Южной Кореи. Значит, стенд S8085, пожалуйста, приходите, можно попробовать, продегустировать, получить образцы. Будем рады ответить на все вопросы. Милости просим. Спасибо большое за интервью. Вам спасибо большое.